Добро пожаловать на курсы «Как быть чиновником». И давайте сразу к первому вопросу. Какая самая главная ошибка всех новичков? Не рассчитывать бюджет. Еще варианты? Мало свеч в зраде. Слишком длинный коттедж. Неправильно. Самая главная ошибка всех новичков – это то, что они пытаются помогать людям. Этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что как только вы начнете им помогать, они сразу присядут на вашу шею, и понеслась вы уже не отвертитесь. Поэтому что делаем? Приходим на должность и сразу ставим приемные часы на 6 или 7 утра каждого четного понедельника, каждого нечетного месяца. И все, можете расслабиться и идти к своей цели. Ну а какая может быть цель? Это может быть яхта, дворец или остров. Неважно, какая цель. Главное к ней идти. А теперь вопрос. Как мы этой цели достигаем? Кроме зарплаты и покупаем. Так это кто? Ты что тут решил нам Майдан устроить? А ну пошел вон отсюда, Бендера! На вашем пути постоянно будут возникать вот такие вот люди. Будут обзывать жуликами, ворами, призывать к ответу, ну вот это вот все. Поэтому нам нужно выучить несколько отмазок. А какие отмазки вы знаете? Денег нет. Угу. Мы над этим работаем? Угу. Обещаю помочь. Нет, нет и еще раз нет. Есть три кита. Я тут заготовил для вас. Вы что, хотите, как на Украине? Замечательно работает. Следующее. А вы госдолг США видели? Ну и последнее, моя любимая. Давайте конструктив, а не популизм. Вот этот вот ВАД – это идеальный инструмент по работе с провокаторами. Давайте потренируемся. Вот вы, ответьте мне на вопрос такой. Почему у нас зарплата падает, а коммуналка постоянно растет? Можно? Ну давайте, отвечайте. А вы вообще цены на коммуналку в США видели? Они там в десятки раз выше наших. Отлично, прям супер. Прямо сейчас можно на продвинутый курс. Молодец. Ну и в завершение, ребята. Продайте-ка мне вот этот вот карандаш. А, знаю. Распишитесь, пожалуйста, здесь. Нет, все неверно. Мы же не на бизнес-тренинге. Где вы вообще такого понабрались? Так, ладно, давайте кто-нибудь другой. Вот вы. Продайте-ка мне этот карандаш. Молодчик, какой карандаш? У нас здесь по документам сломанная шариковая ручка. Вы не видите, что ли? Глаза разуйте. А вы вообще что сюда пришли-то? Вы что, как на Украине, что хотите? Вообще уже карандаш. Отлично, все молодцы. Вот так и действуем. Увидимся через неделю.